Друзья, сегодня мы предлагаем вам очередной ролик в рубрике «Специалисту на заметку». Мы расскажем вам о той информационной поддержке, которую оказывает библиотека родителям детей-инвалидов. Данной категории пользователей оказывается информационная, консультационная, психологическая, юридическая помощь, консультации социально-правового и иного характера, в зависимости от потребностей конкретного родителя. Кроме того, для этой аудитории функционируют информационные ресурсы, которые в том числе доступны на официальном сайте библиотеки www.skbs.ru. Для аудитории родителей детей-инвалидов функционирует ресурс «Родительская академия», который предоставляет возможность данной категории пользователей познакомиться с информационными материалами, издаваемыми библиотекой в серии «На родительскую полку», познакомиться с консультациями от ведущих специалистов России в области коррекционной педагогики, психологии. Там же родители могут найти справочник коррекционных, образовательных, офтальмологических, медицинских организаций, общественных организаций, куда они могут обратиться за необходимой помощью и поддержкой. Кроме того, раздел содержит ссылки на тематические интернет-ресурсы, в том числе различные форумы родителей детей-инвалидов, где организуются общения и также оказывается необходимая консультационная помощь. Ждем вас на официальном сайте библиотеки www.skbs.ru.